И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен тесту, наконец-таки, новых устройств, до которых я никак не мог добраться. Сегодня у нас на обзоре будет одно очень интересное устройство. Вы прямо сейчас видите на моем танке викинга шафта. Но я вам скажу, что сегодня будет тест не шафта с новым устройством на лечение. Его тест будет... В том случае, если на этом видеоролике набирается 150 лайков, то есть как только 150-очка набирается, выходит тест с шафтом, а сегодня выходит у нас тестик замечательного страйкера с новым устройством обезвреживающей боеголовки. Это тот самый страйкер, который со сводкой каждый свой выстрел, то есть как на охотнике, дает обездвиживание противника, то есть оглушает. Это очень дико жесткое устройство, которое я видел уже неоднократно в матчмейкинге. Иногда оно меня даже бесило. Ну а сегодня мы его вместе с вами затестим. Посмотрим, что оно из себя представляет. Что касаемо режимов, я думаю, что сегодня скатаем захват флага, контроль точек. Ну и полноценно посмотрим, на что же способно данное замечательное новое устройство на страйкер, которое можно выбить исключительно из ультраконтейнеров. Ну а что касаемо дрона, то здесь мы, конечно же, выбираем бустера. Я не вижу смысла использовать какой-то другой дрон. Будем пытаться 105 типов. Например, ну ладно, тут я, конечно, не застопил из-за того, что... ваншот залетел. Ну, а тут вот, например, вот так вот. Сразу на базу, так сказать, оформляем молодого. То есть, грубо говоря, это тот же самый охотничек. Только еще с этим охотником у вас есть отличная возможность обезвредить противника. С уроном ничего абсолютно не происходит. Урон такой же самый, как на охотнике, только у вас есть дополнительная возможность обездвиживания любого оппонента. И сразу же можно после того, как вы его обездвижили, сразу бац! И ему добавку накидываете, и все, и легенькое сразу для вас. Но иногда, конечно, можно и не сводиться, можно там просто тычку какую-нибудь всунуть. Оп, неплохо. Двоих сразу застопили, еще и с плышом стопятся все танки. В общем и целом, прикольное устройство. К сожалению, конечно, оно не в общем доступе, а все как всегда в ультраконтейнерах. Но сути дела не меняет. Мы сегодня его попробуем максимально эффективно, четко реализовать. Поэтому стараемся. Стараемся. Не знаю, правда, где здесь овердрайв прожимать. Ну, сейчас что-нибудь придумаем. Сейчас что-нибудь придумаем. Сводочка ваншотная. Попробуем через тыльчик на аккуратничах. Ой-ой-ой-ой-ой. Какие-то тут молодые чебуречки. У меня уже кулдаун расходки. Попахивает шляпой усатой. То, что мне сейчас что-нибудь прилетит здесь. Ну, нормально, нормально. Титанчик купол очень в тайминг ставит. Еще бы одна миллисекунда, и я бы улетел бы на респ. Двоечка. Красивая. Каточку, конечно же, надо выигрывать. Сводок не сказать, что большое количество прям преимущественных вот этих вот со стопом не надо. Потому что противник особо много не увозит. Но периодически залетают очень бесячие устройства. Если честно, очень. Ну вот прям максимально бесячие устройства. То есть я вот когда катал и не одевал иммунитет от оглушения. Ну вот вы представьте, да, вот вы так едете. И вам постоянно вот накидывают обездвиживание. Ну это просто габел. Просто габелла сразу происходит, и вы сидите и думаете: «Та ну его нафиг, Ярик! Ну ты что, блядь, робишь, блядь, в этой катке? Ну вообще, ну ты сразу думаешь, либо у тебя есть иммунитет от оглушения, да, и ты его сразу берешь. А если у тебя его нету, то думаешь, ну может ливнуть сразу с боя, забыть про этот бой и лучше там покатать в каком-нибудь другом, чем чилить». И думать о том, что ну, ты будешь просто каждый раз отключаться от страйкера очень жесткого. Ну, вот так вот, например. Оп, на землю его приземлили, он даже флаг не смог вернуть. Он такой на уверенности летит, думает, сейчас как верну. А тут хоп, и обездвиживание, оглушение прилетает. И все, и все.
Вот так вот кажется, что может сделать такое устройство, да? Но оно максимально полезное. Ну прям вообще максимально полезное устройство. Я, когда его увидел впервые, я для себя такой сижу и думаю, так, вот это устройство мне на основочку, пожалуйста. Упадите. Я очень хотел бы с ним играть. Но, к сожалению, на основном аккаунте у меня нету. Ну что? Ну, вот чела можно на другой половине карты застопить просто. И добить сходу. Можно с плышом дать. То есть, ну, очень много всяких приколдесов, которые можно реализовывать очень грамотно с этим устройством. Ну, мне безумно нравится. Ну, я не знаю. Если вы считаете, что это не имба, я считаю, что это очень крутое устройство. Но, к сожалению, оно является устройством, которое можно получить только с ультраконтейнеров. Но я буду надеяться, что она мне в ближайшее время когда-нибудь дропнет. Плюс это страйкер, да, то есть пушка, от которой не так много резистов, которая наносит очень большое, хорошее количество урона. То есть, ну вообще, бомба. Просто бомбичу лечу. Мы ведем 2-0, и я даже играть не начинал. 2-0 ведем. Ой, 3-0 даже ведем. 2-0, говорю. Урон просто, ну, по кайфу залетает. Чисто по кайфу. 26 киллов. 26 киллов. 26 киллов. Вы можете еще и киллов сколько набивать. Еще и сколько стопить типов. 30 киллов. 30. Застопил. Добавил. Просто великолепно. Ладно, тут можно даже не стопить. Вот здесь можно застопить. Хорошо, так. Хоп, постой, братанчик. Чуть-чуть прикури. Оп, хороший дал страйкер, но поторопился в движении, конечно. Можно было аккуратненько спуститься. 33 кило. Контейнер летит. Нифига себе, контейнер. Контейнер летит. Я бы, если бы на основном был бы, наверное, полетел бы сразу бы за этим контейнерочком. Так, ну давай, Васпик, куда только не по открытой, пожалуйста. А, кстати, молодой, который со мной здоровался, взял контейнер. Поздравляем его. Если он вдруг смотрит данный замечательный видеоролик, может и написать, что он нагибатор, который ловит контейнеры. Ну зачем ты, братанчик, меня толкаешь? Ну для чего? Ну что я тебе сделал плохого? Я тебя подстраховал, а ты меня толкаешь, братанчик! Оп, вот видите, викинг овердрайв прожимает сразу, хоп, и встал. 750 очков. 750. Без вообще, ну, практически никакого пота. Ну, чисто так. Зашел почилить. У меня 700 очка. На чили. Нормально? Я считаю просто шикарно. Просто шикарно. Просто шикарно. И сколько времени уже прошло с выхода этого устройства, и я его до сих пор не затестил. 36 киллов. 36 киллов. Можно еще вот здесь вот содочку дать красивую на центрик. Оформим сейчас. Оформим сейчас вот такую хорошую. Оп. Оп. Застопил. Оп. Добавил. Шикарно. Возможно, это одно еще из самых бесячих и имбовых одновременно устройств, я думаю. Но в CTF прям шикарно работает, если бы еще бы противник побольше бы флаги увозил бы. Не, давайте я думаю, что даже пойдем регби, регби. Чтобы кто-то подбирал мячи, а я сейчас буду их стопить, чтобы мячи у них спадали. Им добавку сразу добавлять. Вот это я думаю, что будет вообще прям бомбическая тема. Давайте попробуем. Надеюсь, что получится круто. Надеюсь, что оно будет работать не только не только в теории, но и на практике сейчас. Все это дело. Но в ТТФе реально круто, да. Еще бы противник бы побольше флаги увозил бы, я бы их постоянно бы стопил, было бы вообще шикарно. Но пока что у нас не попались жесткие какие-то типочки. 33 секунды прошло у нас. Что-то в регби не пикает. О, пикнуло. Хорошо. Давай какую-нибудь карточку. Платошечку хочу. Плато. Давай, плато. Ну ладно, Рио тоже неплохо. Тоже неплохо. Хорошая карта. Мячик был бы еще бы на пляжике, вообще было бы шикарно. Я бы как раз бы туда бы сейчас бы газанул бы и красивенько оформил бы. Так, что у нас тут молодые есть какие-нибудь? Оп, здорово, молодой, что там? Как там едется тебе? Нормально? Да. Хорошо двигаешься. Оп, что там? Постоим чуть-чуть, покурим. Весь прикол в том, что вы добавочку можете всегда сунуть. Всегда у вас залетает добавочка.
И плюс еще с плышом тоже стоп залетает. Ну, то есть, ну вообще шикарный устройство. Ну, максимально крутой. Я очень сильно завидую тем, у кого это устройство есть. Если вы на нем не играете до сих пор и считаете, что оно говно, то вы глубоко ошибаетесь, потому что его можно очень качественно использовать. Прям максимально. Вот так, хоп, и встал, братанчик, да? Что там, хочешь побороться? Оп, встал, братанчик. Оп, хочешь урончик покидать? А, урончик. Оп, и встал. Все, все, просто, просто остановка моментальная. Срабатывает моментальная остановочка. Я уже два мяча поставил на челе, чисто. Еще бы они бы вот респили постоянно бы на пляжике, и типы бы ехали бы в ту сторону, было бы вообще шикарно. Вот у меня уже овердрайв есть, даже был на предыдущем заходе на вражескую базу. Я даже не знаю, где его, честно говоря, реализовывать. Можно обычными выстрелами накидку давать. Можно давать накидку с водкой, со стопом. Бустером еще и смазываешь этот урон красивый. Вообще шикарная тема. Еще и критический урон залетает. Бомбический. Ну что вам? Что вам надо еще, друзья? Что вам надо еще? Ну это просто бомба. Бомбочка, бомбочка. Так, встали на респе вражеском. И сидите, кидаете урон. Только вот не так, как я, в стены. А кидаете по противничку. И залетать должно прям вообще very wonderful. Так, есть мяч на пляжике. Было бы неплохо его подобрать, но Васпик наш летит уже. Пусть подбирает, мне в принципе не жалко, я уверен, что он все равно его не доставит. Попробуем с водочку дать. С водочкой, кстати, тоже работает шикарно по сравнению с Гауссом. Гаусс сейчас занерфили, кстати, надо будет его тоже потестить, посмотреть, что там с водкой его замечательной произошло. Молодые уже боятся, боятся выезжать. Оп, сразу. Попал под дым. Сводку получил. Но тут ладно, ладно. Молодой оторвался немножко. За счет замечательного своего овердрайва на викинге. Но, в принципе, ничего там страшного в этом плане нету. Можно дальше так же само наваливать в легкую. Правда, мы уже ведем. А, я хотел сказать 4, но. Ой-ой-ой-ой. Сейчас я со сводочкой, конечно, лоханулся. Ну ладно, ничего страшного. Добавку сразу дам. Накидочку еще. Там какие-то жесткие типы. Давайте мы им сейчас вот так вот оформим. Красиво, хорошо. Да, ну вот, наконец-таки Васпик везет. Везет свой мячик. Везет. Красиво везет. Думает, сейчас как доставлю. Но даже до меня не доедет. А вот если бы доехал бы, я бы ему доставил бы этот мячик вообще в легкую. Да. Это очень больное устройство, я бы сказал. Страдаешь прям по-жесткому. Да эти молодой хочет все накидать. Накидать все он хочет и накидывает, и накидывает, и накидывает, и накидывает. А мечи кто вести будет? Накидыватель ты профессиональный. Твоя команда 3-0 проигрывает, а ты стоишь накидываешь. Лак, серва, вот это очень неприятный был лак. Хорошо, что наши тут перестреляли. Даем сводочку. И сразу сверху добавки. Оп. Еще добавки. Хорошо, шикарно вообще залетело. Так, теперь можно здесь по титанчику. И можно овердрайву сразу сверху дать еще. Шикарного. Чуть-чуть киллов. Так, чисто. Так, чисто шестерочка красивая киллов. И сразу сверху сводочку. На стопик красивый, да? Оп. Постоим, молодой. И добавки сразу ему. Не, ну очень крутое устройство, мне нравится. Бесячее. Ну, я серьезно вам говорю, то есть я бы, если бы у меня вот была бы против вот такой вот чел бы сидел бы, да, и у меня бы не было бы иммунитета от оглушения, у меня бы сгорело. Ну серьезно, у меня бы сгорело просто. Просто сгорело. Это устройство заставляет просто разрывать всем пуканы. Если еще вот типы бы постоянно бы везли мечи, и ты постоянно кидаешь эту сводку, и они стопятся. Это вообще габелла. Это просто габелла. Вот представьте, вы везете мяч, и вам просто дают сводку, вы встали, мяч у вас скинулся. Вы опять берете мяч, опять едете, опять вам дают сводку, опять вы становитесь колом. И при том, что это сделать очень просто. Прям очень просто. Чел стоит на своей арте, он даже не ожидает того, что ему просто через секунду прилетит, и он встанет колом.
Хоп. С водочкой не залетело. Хотел уже сказать. Хоп. И встал. Но он не встал. Уж я промазал. Но прикольно. Прикольное, прикольное устройство. Хочу себе на основу. Хочу себе на основу. Определенно оно того стоит. Я бы хотел бы с ним почилить и покатать по красоточке. Надеюсь, что когда-нибудь в ближайшее время оно мне дропнется. И я смогу с ним по красоте покитать на стримах, на основочке. Ну и не только на стримах, просто на каких-то суперкаточек интересных половить. Мячик подобрал. Сводка не в него залетела, к сожалению. Вот так вот, хоп. Встал, братанчик. Оп. А подобрать-то моментально не можешь. А сводка-то залетает. И опять встаешь. И опять встаешь. И опять встаешь. Ну, короче, ну, вот вы понимаете, да, насколько можно жестко терроризировать противника. Это очень бесячая тема. Еще и при этом я доставляю пятый мяч. Это еще и 690 очков. В две катки я дал больше тридцатки, либо близко к тридцатке. И если бы это были бы нормальные иксы, то что в той, что в этой катке больше 5000 можно было фармануть. Очень жестко, очень жестко. Прям реально very wonderful, very wonderful. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства. Хотели бы его себе, если оно у вас есть, пишите, что вы вообще с ним делаете, играете на нем или нет, но обездвиживающие боеголовки — это чистый охотник, только еще за каждый выстрел у вас дополнительный срабатывает стоп. В нем нет минусов. Это чистый охотник 2.0, который разрывает жестко матчмейкинг. У меня, друзья, на этом сегодня все. Обязательно не забывайте прожимать лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. С вами был мистер Ванька, всем удачи и всем пока!